это да. Посмотрите на эту тварь. Посмотрите на эту тварь, ребята, в кого превратился обычный мэр. Это да, ребята. Посмотрите, в кого он превратился. Как мне его одолеть? Это, ребята, червя. Дорогие друзья, а перед тем, как посмотреть это видео, я хочу вам порекомендовать подписаться на мой канал. Сделать вы можете это вот здесь вот. Также нажимаем на колокольчик, ставим здесь галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала». Таким образом, когда я буду выпускать новые видео, вы будете их видеть самыми первыми. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, и мы продолжаем с вами играть в игру Зомби Текила 2. Ну что ж, давайте мы уже перешли с вами на третий уровень. Давайте, собственно, начнем игру нашу. Так, ну что ж, первая волна, ребята, третий уровень. Так, я не понял. Где-то идут, а где непонятно. Так, мы уже с вами прошли полицейский участок. Замочили робокопа в прошлой части. Так, так, теперь нам не рассказывай, что нам нужно делать. Да, я перерублю все. Так, дайте мне пистолет. Так, ребята, все. Разошлись, ребята, по домам, да. Я же вас всех перемочу. Так, отлично. Так, тебя замочили, эй, тебе на. Так, у меня патронов, ребята, у меня свинца хватит на всех. Ты что ховаешь меня? Ну отойди от меня, гаденыш, я тебе сказал, быстро. Так, ну что ж, ребята, вторая волна, и мы ждем. Ой-ой-ой-ой, ребята, здесь уже тети такие ходят злые. И дядя так бомбу сейчас скинет. Ай-яй-яй, убегаем. У меня нету жизни, ребята, тут каратистка. Она каратистка. Так, ребята, дайте мне хоть кого-то, ребята, у нас денег миллиарды, миллионы, так, вон ангелочка, все, ангелочка, мы замочили с вами. Так, я не понял, ребят, дайте мне убить, пожалуйста, дайте мне убить. Вот это выкосил, вот это трупаков здесь. Так, я не понял, а ты что? Ты что хочешь? Ага. Я всех повыкашиваю. Так, на тебе хватит, тебе. Так, собаки, так, подбираем аптечку. Так, убиваем женщину эту, которая так хочет нас съесть. Она прям зомбяк такой, который хочет нас схавать. Так, ребята. Это я еще оставил зомбаков, так что давайте. А, вот этот пан. Его на голове. Блатной какой-то такой причухан, так что давайте. А вот смотрите, какой автомобиль ржавый и разбитый стоит за кулисами. Так, кто там смеется уже с самого утра, ребята? Дайте я вас всех перестрелю, всех поперестреливаю. Ребята, тут, короче, какие-то такие в свитерках. Шериф это... Дайте хоть оружие нормальное, а то одни уйди, ребята. Я хочу с дробовика пострелять. Или... О, ребята, новый зомбяк. Новый зомбяк какой-то бомж с гвоздями. Так, ангелочка убили. Это какой-то такой боксер, я так понял, потому что он об этом только мечтает, что он отвалит. Так, дайте мне отвалить. Так, ну все, ребята. Вон текила. Вижу. Так, ребята, где мои патроны, где моя аптечка? Так, держите. Ребята, это просто... Третья волна, еще 13 волн, вы представляете, ребята, еще все. А, еще 10. Вообще 13 волн, ребята. Все, текилу мы забрали, отлично. Ой-ой-ой, бомба сейчас взорвется. Так, панк, иди сюда, мы тебя расстрелим. Немножко подстрелим, пса тоже мы застрелим. Ребята, четвертая волна уже у нас. И мы, так. О, ребят, какие-то новые зомби с топорами, которые хотят меня зарубить. И в шляпах. Это какие-то интеллигентные зомби. О, ребят, автомат у орла. Автомат Калашникова. О, да, ребята, я автоматом Калашникова
всех перестрелю сразу. Так, а где патроны как быстро закончились? Это не УЗИ. Так, мы вот эту всю интеллигенцию с вами перестрелим сейчас по-быстренькому, так что пускай не обижаются на нас. Увозит какой-то зомби. Тяжело его убить, ребята. Ого, сколько очков за него выпало. Так, ну что ж, четвертая волна закончена, ребята. И у нас началась пятая волна. Так, ребята, не забываем, что мы играем с вами с щитами. И у нас много денег, много здоровья. О, бабуля, ребята, мы застрелили бабулю. И не забываем, что у нас... Ого, новый мясник, ребята, новый мясник. Так, бабуля, смотрите, прыгает, хочет меня съесть. Давайте ее застрелить. Так, мясника убиваем. Так, я хочу вам сказать, ребята, что если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте. Потому что будет много интересного, ребята. Мы с вами не только будем играть в разные игры, но и выигрывать различные призы, планшеты, приставки и тому подобное. Так что если вы хотите выиграть планшет, приставку или еще что-то, подпишитесь на мой канал и не забывайте участвовать в конкурсах. Так, так, ребята, меня эти бабушки уже задрали. Давайте будем отбиваться. Так, нет оружия нормального, ребята. Почему я хочу... Я хочу себе нормальный пистолет. Так, бабуля, уйди сюда, а то перестрелю всех. Так, мясник. Сейчас опять интеллигенция покатит, мне кажется. Так, уже пятая волна у нас. Так, шестая волна. Ребята, шестая волна. Ого, какие-то новые вообще появились зомбаки, которые... Которые с какими-то вон клешнями. Вот это да. Ого, ребята, вот это... На третьем уровне очень сложно, очень сложно. Ой-ой-ой, бабушка, бабушка, бабушка. Бабушка хочет меня съесть. Так, ребята, где текила моя длинная? Так, забираем текилу. Так, перестреливаем вот этих гаденышей всех. Так, бабуля, пожалуйста, уйдите, вам здесь не место. Потому что здесь идет настоящая война против зомби. А бабуля наша тоже зомби, так что мы против нее тоже. Так, бабушка, а ну отойди. Есть такой канал, ребята, бабушка прикольная. Вот эта бабушка, наверное, есть. Мертвая зомби. Так, ну что, давайте. Перестрелим здесь всех, что есть. Так. Так, есть, 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 отлично. Так, ребята, я чувствую, что нас кто-то где-то ждет. Ага. Седьмая волна, ребята. Здесь спортсмены какие-то пошли, какие-то молодые парни в шортиках. О, ребята, из Звездных войн даже этот робот. Кого здесь только нет, ребята, это бужамбаки. Вот это, ребята, война реально пошла. Всех перекошли. О, ребята, сколько есть. Ого, ребята, он с мечом, посмотрите, он с мечом, это джедай, это мэтт джедай. Ребята, все, хана, он меня сейчас убьет. О, ребята, наверху, смотрите, есть пулемет. Все, ребята. Теперь получайте. Теперь получайте зомбаки. Ну что, не успел ты меня своим мечом заразить? Ха-ха, я его убил. Ребята, я убил из Звездных войн его. Все, ребята, мы победили. Отлично, отлично. Мы его замочили с вами. Мы его с вами замочили. Так. Так, кто там за твари летает? Так, восьмая волна уже, ребята, у нас с вами подошла. Так, тихонько, 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 тихонько. Так, застрелили. О, ребята, паук, паук, посмотрите, паук, мясник, мясник. Так, тихо, тихо, тихо. Ребята, что это за паучок, который не хочет умирать? Вот так вот, вот меня все умрут. Что ж такое? Как не могу отбиться, ребята, я уже... У меня не успевает остывать пистолеты и пулеметы, ребята. Потому что вас так много. Я просто не могу. Фу. Так, всех перестрелим. Так, иди сюда. Так, ребята, ну что ж, уже девятая волна, вы представляете? Так, кто нас ждет на девятой волне? Здесь, как обычные пауки появились вот эти, конечно, они мне не нравятся. Вон, смотрите, мозги вылезли у них просто так. Вот эти уже зомби-мутанты мне не нравятся. Мне нравятся обычные. Где обычные люди, где обычные зомби? Я хочу их пострелять, вот эти мутанты меня просто жирают уже так, ребятки. Так, отлично, все. О, опять мутант, опять паук, 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 паук
Все, паучка мы с вами убили. Так, это кто? Так, иди гуляй, пей, дядя. Так, все. Убили, 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 убили. Перестрелили всех, отлично. Так, берем оружие. А то нас сейчас просто съедят, ребята, просто съедят. Так, пожалуйста, не бей меня ногами, иди дальше, проходи мимо. Не трогай меня, я тебя умоляю. Так, ребята, 10-я волна. Вот это да, так, 10-я волна, отлично. Отлично, так, так, так. Поехали, 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 поехали. Пауки, уже больше пауков. Уже больше пауков на стантах. Сейчас их... Перестрелю, да, вот, супер, да. Так, 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 так. Вот это, ребята, война. Так, ну что ж, я хочу использовать вертолет, но пока не здесь. Будем ждать 13 или 12 желающих на 12 волне. Мы с вами вызовем вертолет. Ого, ребята. Так. Пока всех не перестрелю, не успокоюсь. Так, ну все. Вроде перестрелили мы. Так. Ребята, 11-я волна. Так, на 12-й. Ух, тут бабуля, тут уже все, кому не лень, ребята, пришли. Так, ну что, давайте на 12-й волне закажем нам вертолет. Пускай нас, короче, это вызволяет. И это... Потому что мы просто можем неспокойно умереть. Так. Так, бабушка, уходи отсюда. Здесь тебе не место. Так, отлично, 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 отлично. Ребята, с другой стороны у меня зомби. Меня со всех сторон зомби окружили и хотят просто сожрать. Но мы сдаемся. Бак, бабушки положили на бабулю. Так, тихо, бабуля, бабуля, бабуля. Уходим, уходим, уходим. А то бабуля, у нас все бабули покидают. Так, ну что ж, пришло время косить всех. Перезавалю, перемочу всех, ребята. На 11-й волне. Ребята, бабушки оказываются самые резвые. Так, бабуля, ты же уже мертвая, пожалуйста, отстань от меня, я еще раз тебя застрелю. А это еще что такое? Майор. Ребята, какой-то мэр, майор. Ребята, надо, короче, убить вот этого майора. Давайте вызовем с вами вертолета. Прием, прием, давай. Так, отлично, ребята. Давайте его просто завалим здесь на 12-й волне. У него есть глаз просто лазари, как у Супермена, ребята. Так, бабуля. А ну идите, дайте я застрелю этого майора. Да, ребята, мы с вами этого майора перестрелили. Отлично. Ребята, он трансформируется. Он в кого-то трансформируется. Что это такое? Он в кого-то трансформируется. И что это будет? Ребята. Вот это да. Посмотрите на эту тварь. Посмотрите на эту тварь, ребята, в кого превратился обычный мэр. Вот это да. Вот это да, ребята. Посмотрите, в кого он превратился. Как мне его одолеть? Вот это, ребята, червя. Вот это, ребята, червя. Посмотрите, он какими-то яйцами. Он какими-то яйцами меня пуляет. Короче, надо вот эти яйца тоже, я так понял, расстреливать, потому что... Они меня сейчас не перемочат, перемочат, перемочат. Я не думал, что он после смерти может трансформироваться, ребята. Я думал, он просто умрет, как все остальные. Так, ну что ж, а мы не сдаемся с вами. И будем его стрелять, 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 стрелять. Хоть бы оружие какое-то мне другое дали, ребята. Я не знаю, как без читов эту игру пройти реально. Кто из вас проходил эту игру без читов, пожалуйста, отзовитесь, если есть такие. Потому что игра очень довольно-таки, ребята, сложная. Посмотрите, каких тварей нам приходится с вами мочить постоянно, чтобы они убили все. А вот это... Давайте его просто перемочим. Просто вот так вот. Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас его...
Добавим, да, ребята, у него три глаза. Ну ничего, мы сейчас его начиним свинцом. Обязательно мы его начиним с вами свинцом, дорогие друзья. И покажем ему, где раки зимуют. Ну что, ребята, пилошот готово? Ну ничего, собака. Ого, ребята, там все собираем пилу. Отлично. Смотрите, жуков он выпускает, эти жуки взрываются подо мной. Кислота. Прыгаем. Так, совсем чуть-чуть там осталось вот этого дьявола замочить, который нам надоел очень сильно уже. Давай, ребята, убери вот этих слизняков у меня под ногами. Так, кислота, аккуратно кислотой придется. Так, еще совсем чуть-чуть жизни у него. Так, совсем чуть-чуть. Давай, стреляй. Да, ребята, да. Ха-ха-ха-ха. Мы с вами его одолели. Все, ребята, у него мозг взорвался полностью. Все. Мы победили, ребята, да. Ну что ж, кто за нами тут прилетел? За нами прилетела спасательная бригада, наверное. Да, ребята, за нами прилетела полицейская спасательная бригада. И мы со своей спутницей убежали прочь отсюда от этих злых и плохих тварей. Да, дорогие друзья. Ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на канал. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был Юра. До встречи.